Ксении Собчак приснилось, что она сдает госэкзамены в МГИМО. Ну, естественно, по аргентинскому танго, и причем вместе с Евгением Папунышвили. Экзамен в ее сне принимала Алла Сигалова, одетая во все красное. Она вдруг начала хвалить Ксению. И вот она ее и хвалит, и хвалит, и хвалит, и хвалит. И тут Ксения проснулась в холодном поту. Я думаю, это к дождю. Я всегда училась на очень хорошие оценки. И когда были плохие, я всегда понимала, за что это плохая оценка. Мне была немножко непонятна форма, да, в какой было выражено недовольство судьями. И как так немножко рисковато и, на мой взгляд, даже некорректно. С этим самолетиком какая-то дурь какая-то полная, абсолютно. Ну, конечно, чуть-чуть обидно. Хорошо, что мы же не люди, мне кажется, очень такие позитивные. И с хорошим чувством юмора. Мы нащупали нашу тему в этом проекте. И это игрушки. Более того, я могу сказать, что после того выступления уже огромное количество предложений, контрактов. Если сегодня мне поставят плохие оценки, я покину этот проект, мне, может быть, даже будет легче где-то внутри, потому что для меня Женя и танцы – это вещь абсолютно неразрывная. И я не могу себе представить, что я пущу в свое личное пространство какого-то другого человека, буду с ним танцевать. Ну, мне даже, честно говоря, думать об этом неприятно, если не сказать отвратительно. Пара номер 15. Ксения Собчак и Евгений Папунышвили. Самба. Собчак и Евгений Папунышвили. Дорогие друзья, немного статистики. Еще до танца Ксении и Евгения было уже подарено 41 букет цветов нашим участникам. Популярность программы растет, количество цветов тоже. Очень приятно, спасибо вам большое, дорогие зрители. Ксюш, ну это слава. Скажи, тебе где-нибудь еще при каких-нибудь обстоятельствах дарили так часто такое количество цветов? Нет, Максим. Я ожидал этого ответа. Ну, пауза. Мне кажется, что твоя мама надела очки, потому что даже прослезилась. Я прав?
Это хорошо. Слезы радости. Да. Ну, мне безумно, несмотря на то, что Николай Цискоридзе говорит, что это очень легко, тут выходить и говорить, мне понравилось, а ты покритикуй ему. Мне понравилось. Максим, как ты оригинален, однако. Да, мне понравилось. Я просто добрый и справедливый. Нет, да. Но, Алла, в прошлый раз вы говорили, что это какая-то дурь была с самолетиком и все. Поумнели ли они в этом танце? Вот сегодня. Я считаю, что я сегодня заслужила десятку. Потому что только благодаря мне вы так шикарно танцевали. Это правда, Алла. Коля, ты согласишься, что они сегодня были великолепны? Ты знаешь, очень обидно, но это хорошо. А почему обидно? То, что но они так просили их выгнать, что они не, она не хочет так, расставаться с Женей. Так интересно, поподробнее, мы же не знали. Ну как, ты в профайл ну, не что смотришь? В профайле, да, Ксюша очень, говорила. Очень она хочет не расставаться с Женей, хочет, чтобы мы ее выгнали, а не за что выгонять. Понял, вот это было прилично, вот, да? Ксюша. Спасибо. Наконец-то ты разозлилась, занималась, хотела отомстить этому мерзкому жюри. Это все я, это все я. Это сволочь Сигалова, которая тебе сказала гад. Если вам сказать честно, Николай, мы мимику отрабатывали на ваших фамилиях. Женя заставлял меня делать так. О, Цискоридзе, о, Попов, о, Цискоридзе, о, Попов. А вот это, мне понравилась не мимика Нижнего. Ты знаешь... А, это не только мимика. Тут просто самое, что интересное, что здесь эта мимика проканает, но что ты будешь с этой мимикой делать в медленном вальсе, вот это посмотрим. А здесь 10, 10. Спасибо, Николай. Станислав Григорьевич, вы что-то но, затаили. Ксюша, медленный вальс я готовься. Просто сижу, анализирую, почему ты скорее за там, а я вот ниже. Рифму просто лучше. А, я понял, о, да. Попов, о, Попов, о, Попов. Да. Женя учит меня ритму, правильно попадать в ритм. Как Попов попадает в ритм. Вы знаете, просто очень созвучно там, где на показ. Я понимаю, там созвучно, да, всегда бывает. Сейчас я испытал просто пошутил. Огромное чувство радости, потому что я увидел сегодня в Ксении... Человек, который трепетал, начинал эту программу, может быть, не всегда веря в себя, будучи очень сильной, уверенной в себе женщиной, сегодня она просто оторвалась в этой самбе, и те элементы, которые она исполняла абсолютно осознанно, с полной силой, темпераментом, страстью, и это было очень хорошо. Спасибо, спасибо большое. Игорь, ну, поразила ли тебя сегодня Ксюша? Поразило тем, что она смогла по-другому показаться сегодня. На всех других каналах ее образ целомудренной девушки сегодня был как... Какие правильные каналы вы смотрите! И, наверное, и газеты хорошие читает. Сегодня она предстала совершенно в неожиданном образе. Такой легкой девушки, да. И потом у меня было ощущение, что она танцевала со мной в молодости. Поэтому, вы что-то поэтому вспомнили? У меня десятка. Да. Ирина Александровна, ну, я понимаю, что Ксения Собчак не ваша воспитанница, но она же тоже может вам понравиться. Дело все в том, что я очень люблю талантливых людей и считаю Ксению очень талантливым человеком. Во-вторых, я очень люблю прогрессивных, когда человек прогрессирует, и видны плоды его труда. Вот на позапрошлом показе, на позапрошлом передаче, она танцевала морячку. Я морячка, ты моряк. И это было немножко сковано. Ну, это мягко сказать, немножко. И я сегодня была с удовольствием, с большим удовольствием удивлена, как она сегодня... прекрасно владела своим телом, эмоцией, лицом, и совершенно ее партнер ее не перетанцовывал. Не потому, что он танцевал хуже, или потому, что он старался подчеркнуть ее, а потому, что она доросла до него. Спасибо, Ирина Александровна, спасибо. Ксюшу пришел поддержать актер театра и кино Алексей Панин. Здравствуйте. Знаете, я честно скажу, если бы я был на месте жюри, я не знаю, какую табличку я поднял бы. Более того, с Ксюшей я вообще ни разу в жизни не встречался. Я так понимаю, ты решил воспользоваться этой нет, возможностью? Нет, просто несколько недель назад я встретил ее в ресторане, она мне очень понравилась, и я пришел за нее поболеть. При Жене не рассказывайте таких историй. Очень клево, я надеюсь, что Ксюша победит.
Спасибо, Лёш, спасибо. А я не понимаю, почему при Жене это не надо рассказывать? Ты... Это шутка, Максим. А, я же не понял, что это шутка. Ну, уже смеялась первая ты, и я же не знал, что это шутка. Это мы о своем. О своем. Ну, идите рассказывайте о своем Дарье Спиридоновой. Помочь вам, ну, справитесь. Со своей ношей славы справитесь сами. Держите. Держите.